Привет, привет, мои дорогие. Ну что, иду на участок, у меня время в запасе есть. Я всегда выхожу заранее. Ну, я как-то уже выпускал видео, на каком я сейчас. Это вот наша Нижегородская ярмарка, это вот старый ярмарочный, ну, как бы вот, ну, здание старое ярмарочное. Здесь раньше были качели, карусели, и ярмарка в основном была, ну, как бы палатками стояла. Здесь вот был рынок, все убрали, и вот открыли вот такой. Вот не знаю, что-то народу нет туда. Крытый как бы павильон, крытый рынок. Это тоже Канавинский район города Нижнего Новгорода. Вот так вот все красиво. Там отель, отель, как хотите. Там вот еще АК. Она вливается в Волгу чуть позже. Надо было мне, конечно, записать АКУ-то. Там проходики, теплоходики падают. Как-нибудь мы с вами поедем. На теплоходе у меня планы с Викой на неделю в отпуске поехать на теплоходе. Не знаю, что тут все закрыто-перекрыто. Может и выходные после дня города, вот так. Ой, конечно, день города у нас был великолепнейший салют. Но дело в том, что мы с Викой, нам всем, ну, не потащишь маленького ребенка по ночам. На машине не уедешь, а добираться на такую давку, я считаю, что это не есть хорошо. Дальше у нас идет обычный спальный район. Такие же все магазины. Такое же все. Я ищу дом, который мне нужно. Если это все пройти, выйдем на Мещерку. Можно все обойти пешком. Но на Мещерку нам не надо. Я прям пожертвую своим временем 5 минут и покатаюсь на качельках. Смотрите, какой вид красивый. Это Нижегородская ярмарка. А я катаюсь. Классно же, да? Сейчас туда немножко пройдем. Я вам видок покажу. Видок. Прошу прощения. Ну ладно, что разговорное, то можно. Пойду я на работу. Так что пойдемте со мной. Ой, красота какая, в тенечке. Кстати, на улице солнце припекает, но такой ветерочек прохладненький, класс ночи. Он компенсирует все солнце. А в тенечке вообще замечательно. Все развивается. Бегу я по полю, а ветер мне в харю, а я все. Сейчас дальше пьем. Можно остановочку. А, пошли пешочком остановочку. Здесь такие качельки. Все хотят на качельках покататься. А вообще-то я не знаю, я там выйду или как. Мы, кстати, раньше вот здесь вот площадь Ленина, вот там, да? Мы уезжали отсюда на юг. Здесь красивые цветочки. Не фонтан. Вот. Поближе этот старый ярмарк. Ну, тут, кстати, был тоже детский мир. Центральный детский мир. Много еще магазинчиков. Но я помню, детский мир вообще была маленькая. Доставали сапоги по блату. Самоварные. Этот. Вот видите, вот центр галереи ремесел. Центр нижегородских мастеров, значит, тут тоже что-то проводится, да, когда ярмарки. А сейчас там мультимедийный исторический парк. Красота. Ну и для детей. Ой, даже на меня вода тут брызжет. Ну вот так. Сейчас я там выйду. А, ну там можно выйти. И сейчас, когда памятник Ленина дойдем, я вам покажу тоже. Памятник вон там Владимира Ильича Ленина. И пойду на остановку.
как тут все для детей интересно. Там столик. Сейчас подойдем поближе. Вон тут батуты, чтоб для маленьких, чтоб не упали. О, пол прям проваливается. Идешь. Колесо. Ребятишки тут играют. Самовар. А, раскраски тут. Ну, что это? Какие-то... Ну, не конкурсы, может. Занятия с детьми проводятся. Танчик. Верхняя часть города. Метромост. Как красиво. И подходим к памятнику. Вот такой большой памятник. Там площади Ленина стоит. Большой, огромный. Ну, это наша история. От нее никуда не денется. У вас есть в городе такие памятники? Всего доброго, хорошего. Заканчиваю, побежала на работу. Пока-пока, чмоки-чмоки.